Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лат, и вы на канале Sega Play. А мы, я очень надеюсь, что мы будем заканчивать уже, финалить Horizon Zero Dawn. Я несколько дней вообще не был в состоянии снимать, я заболел, я все еще болею. Так что голос может быть немного томным. И все еще кашлять хочется. Сегодня что-то прям особенно. Вот только я захотел записывать, так, конечно же, у меня начинает горло, мягко говоря, меня беспокоить, скажем так. Ладно, не будем о плохом, будем только о хорошем, я надеюсь, сегодня. В общем, будем финалить. Если, конечно, этот финал затянется, то запишу подряд. Может быть, это будет две серии, может быть, это будет одна серия. Посмотрим. Просто посмотрим. А, я неожиданно. Он даже ничего не почувствует. Вот, он даже ничего не почувствует просто. А, я неожиданно для себя, оказывается, начал... Не дает мне даже поговорить, блин. А, неожиданно для себя я начал... DLC-шку. Вот. Так что мы пойдем сразу в основное. Пускай там 34 уровень, но я как бы справился и с 35, так что ничего страшного. Да боже мой, это вот это, да, тропа шамана, разыщите Налтука. Нет, мы не будем его разыскивать сегодня. Мы пойдем к финалу. Но я думаю, что здесь все-таки финал. Чего, блядь? Во! Какая ты вредина! Вот сюда вот. У меня 3 осталось. Один используем. Ну, мне кажется, что уже как бы финал. Мне так кажется. Посмотрим. Я, конечно, немного прихерею, если даже за 2 часа примерно я не закончу. Потому что время уже почти 10 вечера. Четверг. Благо, у меня завтра выходной. Но, блин, как бы... От Horizon у меня иногда бывает бомбит. Поэтому хотелось бы поорать, но, к сожалению, я не могу орать. После 11. Вот. Соседи не особо хороши у меня. Да у кого они хороши, в принципе. Так. Куда мне? Сюда мне. Куда? Сюда, туда, сюда. Ебать, запутано, конечно. А если вам будет интересно прохождение дополнения, как бы, ну... Напишите об этом обязательно в комментарии, вот. А, потому что если не интересно, то я дополнение, вот этот Frozen Wilds, я просто пройду с модами 18+, для Boosty тогда. Не, там не прям прохождения будут, там такие интересные моменты, можешь... На что можно было бы поглядеть на Элой? Угу. До Дворца Солнца. Да-да, ты не стражник. А подожди, или стражник? Чё он сказал? Так, Ават. Здорово. Элой. Что привело тебя в Меридиан? Угроза. Затмение скоро нападет с запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. Они приведут с собой существо, бог, бес, машина, как угодно. Его имя Аид. И ему не нужен Меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется, он пошлет клич и пробудет другие машины, столько, сколько нам не победить. Это конец всему. Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять, но мой долг оберегать жителей Меридиана.
Цель не меридиан, Ават. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность. Да. Отправьте их туда. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите страже укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять меридиан и пламя, где восседает шпиль. Элой, позволь мне... Позволь извиниться за мое поведение. После того, что случилось с Эрзой, я был сам не свой. Если нам суждено сражаться бок о бок, я был бы рад знать, что ты не держишь на меня зла. Не держу. Только больше не путайте меня с ней. Даже короли могут ошибаться. Что ж, хорошо. Я рад, что все в прошлом. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о наших врагах? Рассказывай все. Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. Угу. С Марадом Безгрешным. Но мы уже как бы поговорили, обо всем рассказали, да? Получается так. Только да ты тихо. Безгрешный. Не хватало нам еще паники в городе. А мы с тобой можем поговорить? Обо всем сразу сообщайте мне. Эй! О. А, Элой. Мы укрепляем оборону на западном кряже и возле шпиля. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие — нажиться. Но кто-то придет ради тебя. Меня? Ну, не скромничай. Ты посмотри на свой наряд. Кряж будет передовой. Городская стража там? Да, к ним примкнут те ополченцы, о которых я говорил. Орудия Азерам, совсем недавно громившие стены Меридиана, теперь защитят нас. Можешь осмотреть позиции. А шпиль? Эрента Авангард уже там? Да. Полагаю, уже вовсю бьют себя в нагрудники и репетируют боевые кличи. Также к шпилю прибыли несколько воинов Нора. От аудиенции с королем наотрез отказались. Может, поговоришь с ними? Ладно. Ну что ж, остается только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать приятным. Но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо. Так что, если у тебя остались дела, не теряй времени зря. Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Можешь поспать там, если уснешь. Оба оборонительных рубежа на гряде и у шпиля. Подожди, чего? Последний раз я посещала Прайм в ноябре прошлого года. С тех пор время пролетело быстро. Прошлой ночью прибыла в Прайм, чтобы проконтролировать установку центральных опор и главного блокиратора. Не стоит благодарности, Дед. Закончили в 4:30 утра. Так что я решила перед полетом обратно на базу HP или NR, я уже точно не помню. Немного вздремнуть. Перед сном позвонила Гея. Как бы для того, чтобы сообщить ей о проведенных работах. А на самом деле я просто по ней соскучилась. У меня уже выработалась привычка. Каждый раз перед сном разговариваю с ней. Кажется, только это меня теперь и может успокоить. Меня разбудило сообщение от Освальда. Вчера состоялся запуск Одиссеи. Так что шансы обитателей Земли на спасение удвоились. Почему же мне тогда так неспокойно? Просто я все думаю о том, какой мир построит дальний зенит, если спустя многие десятилетия корабль все-таки достигнет пункта назначения. И меня беспокоит эта альфа-сборка Аполлона. Так много знаний, так мало ограничений и совсем никаких защитных мер. Как они сумеют избежать наших ошибок, что помешает им возобновить себя Господом Богом? Я прислала альфам сообщение о запуске Одиссеи. Но вот ответила мне меньше, чем через минуту. И, разумеется, в поэтической форме. Строительство корабля за авторством Лонгфелло. Большое стихотворение. Я не целиком его прочитала. Но, кажется, там речь идет не о строительстве, а о спуске корабля на воду. Вот эта строфа, или куплет, или как это называется, мне запала в душу.
Несешь себя отныне ты, надежды нашей мечты, судьбу свою тебе вверяем. Да уж, справедливо, и для Одиссеи, и для Нового Рассвета. Собственно, пора мне возвращаться. Надо будет по пути заглянуть к Наото, посмотреть, как идет работа над Деметрой. Успеть бы только выбраться оттуда, до того, как она всучит мне очередной томик стихов Теннисона. До скорого. Так, а где кто что находится? Вот это что? Это отдохнуть? А, да, давайте сюда попробуем все-таки. Я думаю, давайте мы все допом посетим. Не будем гнидами. Мы разведаем обстановочку, посмотрим, что да, как, куда. Армия подошла к городу. Еще что ли? Я же уже это читал. Или что ты мне тут находишь еще? Есть минутка поговорить со мной о высоком? А, только о низких могу разговаривать. Через мост? Все через мост, да? Да, все через мост. Через лифт даже получается. Да прибудет лифт со мной. О, рыбка. Она уже как будто сгнила. Лифт. Лифт. Я тебя слышу, гнида. О, наконец-то приехал. Погнали. Надеюсь, вниз ты будешь ехать быстрее, да? А чё он такой высокий вообще? Раньше не обращал внимания на него. Бля, прикольно, что волосы вот так вот развиваются. Пока спускаешься вниз. О, мы переехали. А я это смотрел вообще? Окей. Так, пойдем сперва сюда. Что-то пришло. Странно. Блин, телефон на зарядке, хер увидишь, что там. Вы что, не собираетесь ничего делать? Не. Мы потеряли уже с десяток патрулей. У нас есть приказ. Хватит. Вас предупреждали. Я тебе про жизнь. Таков мой день. Чё, как у вас тут? Отполировал доспехи у тебя? Ну да. А не слишком ли это? Что? Ничего. Да говори уже. Не бери в голову. Выглядишь очень... Сталежок, морозильная вода. И металлический сосуд, да. Спасибо. И ярко. Так ярко. О, они подкатывают друг друга, что ли? Так я не понял, а что у меня с навыками? Почему я... Вот. Прицеливание из любого лука, чтобы садить на тетиву еще одну стрелу. До трех стрел! Так, подожди, а это что у нас? На 20%. Блин! Я в любом случае не успеваю. Мне хотя бы две стрелы бы. Ладно, попробуем. Во. Скопи дом.
Элой. Говорил же, что приду. Говорил, Тэп. Но разве твои раны уже успели зажить? Если придется драться, я разойдусь по швам. Но не волнуйся, драться будут другие наши, возле шпиля. А я только принес припасы. Эти Карха назначили меня почетным интендантом каким-то. Внушительно. Мне тоже нравится. Мы разложим под такими знаменами оружие и лекарства. Это все пригодится тебе в бою. Элой, когда ты вошла в гору, богиня не сказала, у нас есть шанс? Я не спрашивала. Я знаю, нам это по силам. Может и так. Принц Итамин вернулся в Меридиан. Даже не знаю, как загадать, попытается нам отомстить. Подожди, чё там опять? Хэллоуин. Трэвис приходил клянчить сладости в костюме, изображающем меня. Можно было это предвидеть. Я дала ему угощение, полпачки вафель, и выставила его за дверь. Но он успел пригласить меня на фестиваль итальянских фильмов ужасов, который он организовал для персонала Нового Рассвета, скорее всего, НР. Но честное слово, уж чего-чего, а ужасов у нас теперь и так хватает. Тем более у меня уже все было распланировано. Я должна была бы прибыть сюда, в Гей Прайм, и провести финальную инспекцию вместе с Хэррисом и президентской делегацией. С нами был и Тед, выглядел он неважно, не знал, куда деть руки. И каждый раз, когда мы с ним встречались взглядом, да елки, он начинал моргать. Я вздохнула с облегчением, когда он сел в Верт и улетел к себе в Фивы. Тьфу. Хотя что мне жаловаться, если он хочет построить себе убежище класса люкс, пусть. Чем дальше он от Элизия и от меня, тем лучше. Хэррис задержался ненадолго, чтобы изложить мне стратегическую ситуацию. В общем и целом, мы достигли конечной фазы. Впрочем, когда я сюда летел, уже по цвету неба все было понятно. Еще 2-3 недели, и атмосфера станет непригодной для дыхания. Остатки европейских и западноафриканских бригад сил самообороны оказались в западне. Отступать некуда. За спиной у них Атлантический океан. Рой из Антарктиды пересекает Магелланов пролив, и скоро он начнет свое смертоносное шествие вверх по Южной Америке, к Амазонке. Мы столько сил вложили в восстановление сельвы. И вот к чему все пришло. А передовые части тихоокеанских роев уже ведут бои с нашими подразделениями на рубеже Калифорния-побережья. Петля затягивается. По нашим подсчетам, мы еще успеваем доделать проект. Но погрешность прогноза плюс-минус 10 дней. А это плохо. Если чума прорвет оборону раньше срока. В общем, этого нельзя допустить. Я этого не допущу. Хватит писать, пора возвращаться в Новый Рассвет. Так, а мне о чем здесь еще поговорить? С кем поговорить? Охотница, ты позвала, и я пришла. Готова к бою? К бою? А я думала, ты на чаек приглашаешь. Не знала про бой, предупреждать надо. Не может быть, ты всегда все знаешь. Да, это верно. Пару раз виделись, а ты так хорошо меня знаешь. Я тебя совсем не знаю, но хотела бы. Наверное, ты имела в виду не то, что я подумала. Секрет хочешь? Ну, давай. Я ждала этой битвы всю свою жизнь. Это тот самый враг, что превратил Меридиан в рынок рабов, а Закатную крепость в кровавую бойню. Фанатики, которые пытают и убивают матерей, отцов, родных, детей и говорят, что на то воля солнца. Я ненавижу их, Элой. Моя спина вся исполосована шрамами от их кнутов. И сегодня мы покончим с ними раз и навсегда. Я пришла на твой зов, но не только. Я пришла за ними. На сей раз им от меня не уйти. И я помогу тебе. Сразимся вместе. Спасибо, юная охотница. Пусть солнце воссияет над новым миром. Это был Дервал. Я дерусь лишь когда надо. Но когда надо, я уже не против. Элой? Вольно, Утит. Повезло Меридиану, что ты с ними. И я рада. Это честь для меня. Если бы не ты, моя эпитафия была бы хороший воин, но глупый человек. Я все-таки надеюсь, до эпитафии дело не дойдет. На все воля солнца. Прежде я надеялся лишь на достойную смерть. Теперь меня больше прельщает достойная жизнь.
Итан снова может играть в нижних садах. Правда, в окружении десятка стражей, но... То, что ты сделала, это хорошо. Вот только докучает эта девка, Ванаша. Ей нравится меня дразнить. Как будто машет тряпкой перед бегемотом. Попросите ее, чтобы отстала. Нет. Вы рядом находитесь. Я стерплю. Вы ну, рядом же. Находитесь. Вам... Меридиан я выстоит, вообще а тьма просто. Падет. Я обещаю. Будем надеяться. Окей. А мы все тут или что? Я не могу пока тебя понять. Мне еще тут с кем-то разговаривать? О-о-о-о. Так ты, значит, и есть Элой. Я думала, ты побольше. Побольше? Ну, потолще. Как шестерня, не как гвоздик. Я не в обиду, ты девка очень ладная. Ты мне глазки строишь, неподходящий момент. Неподходящий? Да битва даже не началась еще. Два переспим, Петра, да? Петра Кузнечиха, со Свободной горы. Я уйду с очередной пыльной бурей. Марат попросил меня осмотреть арсенал. Орудия в порядке, но я еще прочистил им глотки, чтобы аж ревели. Ой, нет, не надо. Спасибо, проводить испытания. Не буду мешать. Работать с металлом – одно удовольствие. Береги себя, огневолосая. Орудие Азирам. Угу, окей, хорошо. О, это вот обязательно нужно было, видимо. Хорошо, мы здесь закончили. Погнали теперь туда. Поберегись, я бегу. Подожди, а мне... Чё, опять что ли? Нет, это уже было. А, не, реально, мне по этому пути херачить. Твою мать. Окей, хорошо. Какое-то затягивание на самом-то деле. А мне куда? Налево. А что за хрень? Печной корень. А, так это и есть шпиль? Здорово. Так. Я говорю сам, что это затягивание, при этом я прохожу это. Но, блин, мне интересно, что они скажут. Вот это вот все. Ну просто, блин, если вы не хотите затягивать, то, блин, и не добавляйте тогда. А так, если добавили это, то, ну, очень похоже на то, что это намеренно затягивают. Хотя, может, они реально хотят показать, что вот, у нас есть что-то интересненькое. У нас есть диалоги. Это хорошо, что есть, конечно, диалоги. А не тупое прохождение. Блять, это куда? Это как? Это что? Так, ну окей, здорово. Здравствуй, Элой. Здорово. Нет. Не кланяйтесь, избранной не нравится. И еще не нравится, когда ее называют избранной. Я очень рада тебя видеть, Варл. Я дал слово. Ну, что скажешь? Про Меридиан. Я увидел много нового с тех пор, как тебя встретил. Спасибо тебе. Варл, что не так? Правда хочешь знать? Ладно. Я на чужой земле, на грязной земле, защищаю город безбожников, ни на что не похожий. От чего-то, чего не могу представить. А ты, после всего, что было, что ты сделала? Вроде бы надо пасть перед тобой на колени, но я знаю, ты разозлишься. Да, слушай, тяжело тебе. Спасибо, что велела мне кланяться. Только этого мне не хватало.
Не сердись на них. Они здесь лишь потому, что избранная велела. И ты поэтому? Нет. Я пришел тебя увидеть, Элой. И кто-то мы должны победить беса, потому что богиня сказала. Или ты сказала. Я и есть богиня. Думаю, мы с богиней едины во мнении. Обе рады, что ты здесь. Вы просто едины. Я тоже. Окей, с этими чуваками поговорил. Такой высокий, выше деревьев. Вождь Сона. Вождь, вы что-то не так? Нам Нора здесь не место. Мне здесь не место. Я сражусь с бесом, что угрожает нам всем. Но мое место на священной земле. А здесь я словно хожу по наконечникам стрел. Простите, что так получилось. Не извиняйся. Это все кончится. Мое копье, мое слово. Так, окей, мы с ней тоже поговорили. Остается только кто-то там. Вдалеке. Так кто они такие? Называют себя Затмением. А что это значит? Элой, все повторяется. Впереди битва. Только на этот раз враг вооружен куда лучше. Что у них там за армия? Точно не знаю. Но их будет много, и у них будут машины. Если они прорвутся, гибель ждет не только Меридиан. С ним погибнет весь мир. Даже так? Это по нашей части. А, парни, где всегда авангард? Авангард! А почему? Сталь прочнее железа! Что будем делать? Будем бить молотом, пока не рухнут! Молодцы! Слышала? Авангард никого не пропустит. Сразимся за город. И за тебя. А потом сходим на свидание, а? Эрза бы гордилась. В случае победы. Ну он же хотел сказать, да? Он же хотел сказать, в случае победы сходим на свидание. Я даже вот так вот сделаю. Это слишком долго перемещаться. Ну его нахер. Как-то очень прикольно сейчас все появилось. Едва успели. Прошло сколько? 43 часа с того момента, как Хэррис меня предупредил? Он сказал, что прорыв в восточной линии обороны неминуем. Роин начали атаку на участке Уичита, зажимая наши войска в клещи. Еще 5-6 дней, и Гей смогла бы осуществить запуск сама, без нашего участия. Я правда так думаю. Пришлось собираться в дикой спешке. На базе началось толпотворение. Полнейший бедлам. Команды пытались успеть финализировать код, пока шла эвакуация Гам, а затем Бет. Когда с Гей закончили, я собрала Альф и сообщила им печальную новость. Мне было так плохо, я думала, меня вырвет. Но они и так уже все знали, конечно. Они знали, что работа на самом деле не закончена. Почти, но еще не совсем. Нужно было провести тесты, исправить мелкие недочеты. В общем, много всего. Так что они смирились. Мы не поедем в Элизи, мы проведем остаток дней здесь, чтобы довести все вспомогательные функции до совершенства. Вот что бывает, когда нанимаешь на работу кучку одержимых перфекционистов. Хотелось плакать, но я сдерживалась, пока не вернулась к себе в кабинет. И вот теперь мы настраиваем Гею Прайм, и все-таки как же близки мы были к провалу. Меня опять тошнота к горлу подкатывает. Стоит только подумать о том, что судьбу жизни на Земле решил случай. Если бы я не предложила протокол Смотритель, здесь бы не построили жилые помещения. Если бы я отказался от протокола сразу, здесь бы не установили системы жизнеобеспечения. Если бы... По крайней мере, нам не придется растить и обучать собственных клонов. Генетический материал остался в колыбелях, так что это в принципе невозможно. И я этому рада. Мне очень не хотелось бы оказаться в обществе юного Трэвиса Тейта, воспитанного Трэвисом Тейтом. Не, довести Гею до совершенства мы должны будем сами. За одно поколение.
Дополнение. Сейчас звонил генерал Хэррис. Машины прорвались. До базы командования роботами Рой дойдет через 2 дня. Значит, у нас есть максимум 72 часа, чтобы загерметизироваться. Мы сами себя погребем заживо. Во имя спасения жизни. Пойду скажу остальным. Да, это, конечно... пиздос. Это, конечно, пиздос, блядь. Начнется битва. Прячься, живо! Это они мне говорят, прячься, живо? Меня охуенно, блядь. Дом Олина выглядит пустым. Ну что, ложиться спать? Вроде со всеми делами разобралась. Давай. В смысле еще укрепить оборону? Не, все, хватит. Ты наоборот оделась, чтобы лечь спать? Нормально. Как ты могла спать, Элизабет? Когда на тебе лежала такая ответственность. А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Сайленс, ты тут? Что просить совета у призрака? Кажется, началось. Там пришли вести с востока. Король Солнца Алат ожидает в храме Солнца. Началось. Перед лицом смерти. Не дергайтесь, пожалуйста. Просто костры? Армия собирается перед долгим маршем на город? Боюсь, это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Ёперный театр! Вот это долбануло! Блин, ни хрена себе. Это просто Helldivers 2 сейчас будет, блин, с автоматонами. Ну, либо секс с машинами. То есть те самые истребители. К пушкам! К пушкам! И ушки на макушках. Давайте! Не стойте, выполняйте приказ. Все, готово! По команде, начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Ох ты ж, блин. Как это изнутри? Какого хера изнутри? Бля, опять ты, сука. Гелис? Нет. Ведите авангард. Пришлите помощь. Нет, Элой. Нам нужны эти пушки. Он прирежет тебя! Не в этот раз! Давай, погнала! Слишком долго ты мне досаждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Опа! Зачем ты борешься? Твоя участь неизбежна.
свою слабость. Давай, давай, давай. Ах ты, сучка. Тебя ждет лишь вечная ночь. Сюда, сюда, ко мне. Ко мне, дебилы. Меридиан должен быть омыт кровью. Я не понял, а где оружие-то? Блин, я чё, его... Они, дебилы, его уронили. А это чё за короб... Блин, чё за... Бочки, я хотел сказать. Скорее найди укрытие. Вот что за укрытие. Давай, чё ты? Иди сюда. Иди сюда, дорогуша. У меня для тебя подарок. Давай, иди сюда, дорогуша. Да какого хрена? Сука. А мог бы так долбануть, а? Подожди, а какого хрена? Он разваливается! Ох, блин! Чё разваливается? В смысле? Кто ты перед ужасом солнца? Та, что с тобой покончит. Давай, придурок. Ай-яй-яй, хитрый ублюдок. Я избранный, а ты никто. Держись подальше. И умрешь. Да сдохни ты уже, а. Как можно было промахнуться просто? Дикарки не понять, что такое предназначение. Честь решена. Да. Невозможно. Я избран. Такого не должно было быть. Блин. Мозги. Тебе конец. Аид следующий. Покрепленная тень меня спасет. Я не могу. Ну вот и все. Я выбрал мозги. Это нормально. Подожди, чего? А что у меня с одеждой? Нет, с модификациями. Так, вот это разобрать, потом вот это разобрать, вот это разобрать.
Вот это все с собой взять. Все равно нихера не использую, но ладно. Так, а что здесь еще? Мешок и так уже надо. Ага. Ну ладно, хорошо. Погнали дальше. Выломай дверь. Давай. Ну, прирожденная взломщица просто. Ой, а чего? Сколько я всего взял-то? Ёлки-палки. Погнали. Давайте, чуваки, отстреливаемся. Блокопушка есть. Куда мне? За орудие, на платформах. Чего? А, вот. Быстрее уходите отсюда. Я понял. Во! Во-во-во-во-во-во-во, отлично. Херачи! Надо уходить отсюда. Блин, немножечко осталось. Ну долбани-ка ты, а. Во, отлично. Сучара. Во! А куда мне еще-то, кстати? Во! Отлично. С юга. Они идут с юга. Вот. Чего? Так, ладно, короче, я примерно вижу, где. Сейчас посмотрим. Твою мать, я заколебусь и херачу. Пора уходить. Ох ты ж сука, а. Надо повыше. Во, вот так вот. Сейчас рванет. Надо уходить. Иди в жопу нахер. Ублюдина. Еще не все, что ли? А ну сдохни. Кому сказал? Они заморозились? В смысле? Никого не видно. Передышка. Так, отлично. Опустите оружие, но будьте начеку. Не-не-не, я так буду. Можно перевести дух и подготовиться. А может там сохраниться как-то, нет? Так, пока что вроде все норм. Да. Так, отлично. О, я вижу. Тихо.
Давай, огонь. Надо на другую платформу. Не-не-не, нормально и так здесь, Элой. Чё ты начинаешь? Не очкуй только. Так, почему я не попал? Хороший вопрос. Вот, отлично. Сдохни. Молодец. Где кто? Я не вижу. Слева. Ох, ёлки-палки. Твою мать. О, еще лезут, а, скоты. Не высовывайся. А ну сидеть, место. Так, вырубили. Отлично. Вау. Ах ты, сучка. Я тебя видеть. Пошел нахер. Ты чё за птица вообще? Так, тихо, тихо, тихо. Сдохни! Ой-ой-ой! Бежим, бежим, бежим! Это было больно. Сдохни! Твою мать, я не достану! А теперь ты, скотина! Сдохни, тварь. Еще. Да ёлки. Пошел нахер. О, да. Че, серьезно? Так, окей. Ну ты шо, мать? А, хорошо. А, устала, прилягу немного. Это чё за нахер вообще? Да, меня так зовут. Хвала матери, ты жива. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них, так. Мне надо идти.
Эх, оружие уже не подобрать. Твою мать. А я здесь пройду вообще? О, я пройду здесь. А почему у меня остановилось-то, кстати? Иди, мы их задержим. Взгляните на истинное солнце. Ах ты, сука. Вау, 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 вау. Да ты же жива, ну чё ты притворяешься-то, а? Давай, 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 Элой, шевели булками. Полезная штука. Очень полезная штука. Меня нет здесь, я занят. Так. О! Это не та одежда, слышь? Началось. Аид шлет сигнал. Опоздяли. А как они закинули, интересно, на шпиль? Твою мать. Они все это время были погребены, серьезно? Вся растительность погибает. А, не растительность. Они же питаются биомассой. Пизда, руля. Если Аид начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону. Нора, авангард Эренда. Мне нужно наверх. Да ладно, а я вот вниз спускаюсь, мне нормально, да? Ты так думаешь, Элой? Гениально просто. Давай. Боже мой, не падай. Ты же раз-раз можешь сама. Нельзя останавливаться. Ой, подожди, а как это мне? Я знала, что это будет. Ох, ебать, ясно. Медлить нельзя. Я думал, я просто так, раз-раз опять. А хрен там. Чуть не сдох. Так, давай, давай, давай. Шевели булками. Они же у тебя весьма накачанные. Ну шо ты, а? Во, здорово. Элой! Они живы. Это Элой. Ну, вы видите? Мы думали, ты пала на кряже. Хрен это вам. Это кряж упал на меня. Времени остается мало. Да, это точно. Я сражусь с Аидом. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Железный бес падет. Пойдем. Нужно вооружиться. Другого шанса не будет. А ну разойдись. Отдали мне все вкусное. Чел, у тебя есть что? Ладно, лежи, отдыхай. Мы погнали. Или куда мне? А, вот сюда. Мне, ага. А вы-то как, ребятки? Вы идете? Ладно, похуй на вас. Я так пошел сам. Да елки. Вот здесь финальная битва будет.
Прибытие этой сущности было вполне ожидаемо. Сущность не помешает передаче сигнала. Напротив, мои расчеты были верны, и присутствие этой сущности было просчитано. Пизда, Роля. Я же уже, по сути, справлялся с этим говном. Приготовься, это истребитель. Я его свяжу. Понял, не буду его. А чё не цепляется-то ни хера? Бляха-муха. Нахера ты эту дура выбрала? Боже мой, а. Спасите кто-нибудь ее от тупости, а. Уничтожить! Это железное чудище идет на тебя. Так, вот он. Давай, у тебя должен быть перегрев. Давай. Перегревайся, скотина. Вот. Да ты, сука. Какой ты заебистый, слушай, а? Да камень, спасибо, блин. Давай, давай, давай. Времени совсем мало. Как я за 10 минут-то успею, алло? Ах, да, точно. Элой, к ним пришла подмога. Не дайте нас окружить. Нет, хрен из два, это бесполезно. Давай, сбивание компонента. Thank you.
Больше нельзя терять ни минуты. Еще один. Ну давай! Тихо, иди в жопу, не мешайся тут. Волею богини все они сражены. Но мне кажется, я не успею, блин, с такими темпами. Давай, давай, давай. Ах ты, сука, а? Блин, а можно мне не мешать, а? Приоритетная сущность! Идет на тебя, Элой! Поняла, но не могу с ним справиться! Да, сейчас! Чтобы их отбросить. Я знал, что ёлки-палки, ты не одна. Я вообще сомневаюсь, что я успею за такое короткое время. Да ёлки-палки, остановись, сука! Ты бледина, а?
Да ладно! Истребитель пал! Угроза системе! Я не просто угроза. Пошел нахер. О, да ладно, блин. О, да, это, конечно, да. Гея? Или Элизабет? Главный блокиратор готов. Для включения назовите имя и ранг. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Главный блокиратор включен. Стираю протокол истребления. Успел. Как, знаете, когда электрическую такую ручку нажмешь и... Унга-бунга. Боже мой. Да. Кто королева? Элла королева. Въебало так въебало. Уже боится трогать. Правда, мой костюм не показывают. Будто она в этом костюме выиграла. Да, конечно. А почему Марада Безгрешного не обнял? Ну, елки-палки. Как вот солдаты просто. Целостность данных установлена, журнал Гей, 3 февраля 2055 года. Прости, что-то задумалась. О чем я? О вашем детстве. А, ну да. И, короче говоря, у меня был детский набор электротехника, но я прикрутила к нему аккумулятор и солнечную батарею, и трава загорелась. А от травы высокая сосна. Ей было, не знаю, наверное, лет 100. Вопрос. Сколько вам было? 6. Мама была дома, к счастью. Она сразу же вызвала пожарных, а потом вывела меня на лужайку и показала мертвых птенчиков. На сосне были птичьи гнезда. Вопрос. Что вы чувствовали? Я не знаю. Я вроде орала, что мне плевать. Тогда мама взяла мое лицо в ладони и... сказала. Вопрос. Что она сказала? Что не должно быть плевать. Сказала: Элизабет, самый острый ум ничего не стоит, если он не делает мир лучше. Надо направлять свой ум на что-то полезное. Служить жизни, не смерти. Вы часто рассказываете о матери, но у вас нет детей. Как-то не успела. Наверное, это и к лучшему. А какие качества вы бы пожелали для своего ребенка? Наверное, я бы пожелала ей любопытства и воли.
несгибаемой силы воли. И иметь сострадание, чтобы исцелить мир. Хоть немного. Ну так-то там уже вообще ничего не должно было остаться от человека, даже костей. В общем, спустя столько времени-то. Пора спать. Желаю вам приятных снов, Элизабет. Спасибо. До завтра, Гея. Вот так вот. А, точнее, не конец. А! Окей, окей, хорошо. Вот такой вот Horizon. Сколько это получается? 19, что ли, серий? Ну, не 19 серий, а 19 частей. Там же были еще стримы по несколько часов. Так что тут, ну, серии на 30, наверное, у меня бы вышло. Или почти 30. Вот. Как-то проще играть, даже банально записывать именно в формате летсплея. Вот. Чем на стриме. На стрим... не всегда хватает столько времени, чтобы сделать нормальный полноценный стрим. Вот. А что могу сказать? Спасибо за просмотр, спасибо, что посмотрели вместе со мной Horizon. Опять же, повторюсь, если вас интересует прохождение Frozen Wilds, то есть Земли Банук, пишите об этом в комментариях. Если не интересно, то, соответственно, просто с модами 18+, пройду. Интересные такие моменты, красивые, я бы сказал. А загружу я на Boosty. Вот сделаю видосики, загружу на Boosty. Чтобы там хотя бы не только резик был бы. И другие игры все-таки. Вот. Так, я, наверное, делить не буду все-таки. Иначе там вообще оборвется хер знает где. Так и выпущу. Где-то час 12, наверное, будет. Час 13, вот так вот. А если еще что-то будет, покажу. А так, всем спасибо большое за просмотр. Лайки, подписочка. Все ссылочки есть в описании под видео. Включая плейлист. Всем удачи и всем пока. Есть все-таки кат-сцена, оказывается. Чего, блядь? Ну пиздец. А ты чё улыбишься-то? Ах ты говнюк. Помнишь меня? У меня еще столько к тебе вопросов осталось. Есть о чем поговорить? О твоих хозяевах, например. Тех, кто пробудил тебя сигналом. От знаний одна сплошная польза, правда же? Ну, давай приступим. Ёб твою мать. Угу, вот теперь все. Всем пока.